не хочется как-либо высказывать подозрения, потому что у нас нету каких-либо следственных данных и так далее, но все же очень много вызывает, к сожалению, все это вопросов. Вы что думаете по этому поводу? Я думаю, что мы спокойно можем подозревать, потому что подозрения, они основываются на логике, они основываются на непрямых, иногда на прямых, но иногда и не на прямых факторах, которые сопоставляются и возникают подозрения. Тут подозрения есть у очень многих, мягко говоря. Подозрения есть почти у всех, кроме представителей нынешнего режима или того сброда, которая без вопросов абсолютно верит всему, что этот режим несет. А иначе подозрения есть у всех, и все подозревают, что это, возможно, был теракт, организованный теракт. Очень интересно то, что режим сразу, без какого-либо обследования, без какого-либо следствия, сразу объявил, что исключают теракт. Потом мы увидели смешное, вообще постыдное объявление Службы национальной безопасности Армении, где они призывали или просто старались пустыми словами заставлять население даже не выражать, это вообще смешно, даже не выражать такие мысли о теракте. Но все это как фактор даже усиливает подозрения очень многих людей, что возможно это был теракт. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.